Приветствую всех на канале Феерия Вкуса Рецепты. Блан-манже – это французский творожный десерт без выпечки, который очень легко и быстро готовится. Он безумно нежный и очень вкусный. Если тоже любишь простые и быстрые десерты, поставь лайк, подпишись и обязательно поделись видео с друзьями. Для десерта понадобится 500 граммов самого вкусного домашнего творога, 200 мл молока и столько же сметаны. Также добавляю 150 граммов сахара. 30 граммов желатина заливаю водой и отставляю в сторону. Затем растапливаю на медленном огне. Начинку для блан-манже можно брать абсолютно любую. Это могут быть фрукты или ягоды. У меня десерт будет с персиками и манго. Персики мне понравились больше, так как при нарезке они лучше держат форму. Манго же оказалась очень мягкая. Все ингредиенты необходимо хорошо взбить погружным блендером. Если блендера нет, творог можно протереть через сито. Добавляю к десерту растопленный желатин, фрукты. Все ингредиенты нужно обязательно перемешать. Теперь выливаю получившуюся массу в форму. У меня это форма из-под кекса и обычная тарелка. Отправляю в холодильник блан-манже до застывания десерта. Затем достаю из холодильника и выкладываю на блюдо. Из-за того, что я слишком рано достала десерт, он застыл не так, как нужно. Рекомендую готовить десерт вечером и держать в холодильнике до утра. Творожный десерт без выпечки блан-манже получается очень нежный. Если понравился рецепт вкусного блан-манже, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик. Всем отличного настроения и приятного аппетита!